За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добросовестную работу орденом дружбы был награжден машинист мостового перегружателя углеподготовительного цеха ММК Валерий Батин. На комбинате он трудится почти 41 год. За это время уже неоднократно получал государственные награды. С настоящим профессионалом познакомилась наша съемочная группа. Углеподготовительный цех – это то, с чего начинается коксохимическое производство. Именно сюда поступает уголь, сырье, которое необходимо для производства кокса, который после идет на первый передел в доменный цех. Валерий Батин за смену транспортирует несколько тысяч тонн продукции. Приходит он в составах с разных шахт, тут разные марки углей, и контуют опрокиды, и мы потом складываем штабеля, вот видите штабеля, и уже со штабелей грузим вертушки и вагоны. Валерий Васильевич хранит верность комбинату более 40 лет. Впервые он оказался здесь во время учебы. Проходил практику во втором мартеновском цехе. Однако судьбой ему было уготовано связать жизнь с коксохимом. Во время школы определялся, какую специальность выбрать. Рассматривал, там знакомых расспрашивал. У меня, кстати, родители здесь на коксохиме работали. У меня отец в улавливании всю жизнь отработал, мать контролером здесь отработала. Когда с армии пришел, уже там отдохнул 2 месяца. Он говорит, сходи, посмотри здесь эти, какие у нас краны, что как. Ну, я пришел, посмотрел, мне понравилось. И сюда устроился после армии. Мостовой перегружатель в высоту достигает 40 метров. Машинист трудится на высоте более 20 метров. Грейфер, которым осуществляется погрузка, вмещает 16 тонн. Работа ответственная. Залогом ее успеха служит профессиональный и дружный коллектив. Работаем уже со многими много лет. Ну, правда, я в бригаде сейчас среди крановщиков, там, ну, вообще во всей бригаде самый старший, конкретно по нашему угольному складу. Коллектив у нас дружный, бригада дружная. Все машинисты здесь у нас все профессионалы, поэтому у них самый высокий разряд, здесь 6-й разряд. К работе все почти относятся добросовестно. Кого-то выделить конкретно, кто лучше, кто хуже, ну нельзя. Работу свою выполняет от и до. Валерий Васильевич был награжден орденом дружбы за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу. Это далеко не первая его государственная награда. Ранее он уже отмечался медалью ордена за заслуги перед Отечеством. Павел Брусенев, Олег Карпенко, телекомпания ТВИН.